вечер. В эфире Маунт-шоу, и я его ведущий Даниэль Кайгермазов. Почему Маунт-шоу? Да, потому что там с гор виднее. Ну что ж, дорогие мои, поехали. И сначала, как обычно, российские темы. Пожалуйста. Строитель космодрома «Восточный» получил условный срок. РИА Новости. В Приморье вынесли приговор экс-генеральному директору ЗАО ТМК Виктору Гребневу по делу о хищении при строительстве космодрома «Восточный». Гребнева обвиняли в растрате 400 миллионов рублей и преднамеренном банкротстве компании. Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Это тебе не мелочь по карманам тырить. Космический вор и сказочный суд. И так спокойно об этом пишут, как будто прогноз погоды сообщают. Слушайте, а с какой суммы начинают награждать? Ну, там, орден или грамота? Ждем на следующей прямой линии. Если их штрафовать на большую сумму, то они уедут за границу и Илону Маску космодромы будут строить. 200 тысяч штраф и условка. Я вам скажу, это очень выгодное вложение. Вот этот бизнес так бизнес. Да ладно. Как говорил наш темнейший, главное не жесткость, а неотвратимость наказания. Ну, слушайте, суд был? Был. Приговор вынесен? Вынесен. Ворюгу отругали? Отругали. Чего ж тебе еще надо, собака? Эй, слушайте, а можно мне тоже 400 лямов и условку? Штраф могу заплатить даже в 500 тысяч. Хрен с вами. А я готов даже 1 миллион заплатить. Да ты сама щедрость. И как тебя до сих пор в топ-менеджер не взяли? Дальше. Пранк не удался. РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего депутата Слободской городской думы Николая Дубравина, сына депутата тезки. Дубравин-младший кинул под ноги полицейским муляж ручной гранаты, а позже пояснил, что снимал очередной социальный эксперимент. «Хотелось узнать, обделаются или нет», — написал Дубравин-младший. Николай Дубравин — студент-предприниматель, в прошлом мастер маникюра, а сейчас депутат Слободской городской думы, известен в Кирове как автор неоднозначных социальных экспериментов в городе и области. 21-летний сказочный татупед, пранкер и к тому же в прошлом мастер маникюра. Если бы не знал всех подробностей, то подумал бы, что снимается очередная низкосортная комедия. А так, конечно, самый главный пранк — это то, что он стал депутатом. Наконец-то мы нашли того самого сына той самой маминой подруги. Да чё с ним цацкаться? Закройте его нахрен лет на 5 для социального эксперимента. Со словами «хотим узнать, обделается или нет». А на зоне, как известно, на каждого маникюрщика найдется свой педикюрщик. А так пусть скажешь спасибо, что менты в качестве пранка не посадили его на муляж бутылки или случайно не восполнили в его организме нехватку свинца. Оказывается, Радищев – автор «Горя от ума». РИА Новости. Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина приписала авторство комедии в стихах Александра Грибоедова «Горе от ума» Александру Радищеву. Об этом она заявила в эфире телеканала «Абакан-24», где обсуждалась ситуация с образованием в регионе. Ведущий спросил, изучают ли сейчас в школах произведения Радищева. «Да, «Горе от ума» проходит», – ответила министр. Наиболее известное произведение Радищева, также входящее в школьную программу «Путешествие из Петербурга в Москву». Литература 18 века. Радищева, кстати, сейчас проходит? Да, «Горе от ума» проходит. Да, ребятишке очень сложно. Да, действительно, горе. Грибоедов, оказывается, плагиатор. По ее данным, наверное, Радищев написал «Путешествие из Петербурга в Москву» на Сапсане. А Муму Тургенев написал про корову. Ну да, название говорит само за себя. Хорошая подсказка, я вам скажу. А еще Салтыков-Щедрин в свое время сказал: «Разбудите меня через 100 лет и спросите, что творится в России. И я отвечу вам. Министр из Хакасии путает Радищева с Грибоедовым». А так предлагаю Гимазутиной устроить баттл с Поклонской. Она так вообще уверена, что автор «Горя от ума» — это Суворов. Знаете, как говорится... Служить хочу, да прислуживать тошно. Служить брат, прислуживаться тошно. Да, это наш великий полководец Суворов сказал так. Поэтому... Не Чацкий. Ну, знаете, какое образование, такой и министр. Надо бы ей зарплату повысить, а то обидится и убежит за границу работать профессором в Оксфордском университете. Может, министрам образования самим стоит сдавать ЕГЭ с такими-то знаниями?
соседа Петровича, слесаря, по образованию спросил, кто написал «Горе от ума». Ответил правильно. Предлагаю его назначить министром образования Хакасии. Беда в том, что это она не одна такая в системе образования работает. Вот в чем дело. Дальше. Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал публикацию организации Transparency International Россия о высокой стоимости гостиничных номеров, в которых он останавливается в командировках. Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие приобретаются. Нормативы есть, мы полностью в них вписываемся, заявил он. Ранее сообщалось, что в 2016 году Мантуров ездил на переговоры в Индонезию и снимал президентский номер в отеле Ritz-Carlton за 280 тысяч рублей в сутки. В том же году во время поездки в Китай он останавливался в президентском номере за 1 миллион 380 тысяч рублей в сутки. Также Мантуров в 2017 году останавливался в президентском номере в мексиканском отеле стоимостью 478 тысяч рублей. По утверждению министра, его ведомство полностью вписывается в существующие нормативы, а при планировании командировок исходит из заранее согласованных параметров, определенных бюджетом министерства. Если бы в этих номерах не останавливался Мантуров, то в них бы заселялись солдаты НАТО. Да и вообще, во всем виноват Госдеп. Назло нашим чинушам скупают все дешевые номера. Почти лям 400 в сутки. Он что, жил в янтарной комнате? Судя по тому, как он тратит бабло, весь товарооборот с этими странами в этих ночлежках и остается. За те деньги, что Мантуров потратил на один день жизни в отеле, в Нальчике можно купить квартиру и жить в ней всю жизнь. А кто ответит за этот беспредел? Кто-кто? Налогоплательщики. Скинутся еще. Номеров нет. Более идиотскую отмазку надо еще придумать. Народ говорит Мантурову, а не охренели ли вы? А он им в ответ, нет-нет, что вы, все в пределах допустимого. Наверное, он считает себя самым умным. Он-то сам поверил бы в такой бред. Да это, сами себе придумали нормативы и потом в них вписываются. Нормально, да? Когда же мы начнем хорошо жить, хрен знает. Ведь у них через день командировки, то форум, то еще что-то. А номера, как назло, все президентские. И это только в одном Минпромторге. Страшно подумать, что в других ведомствах происходит. Огласите весь список, пожалуйста. Ой, Доня, вводи очередные санкции персонально против наших чинуш. Ибо, сделав ряд высокопоставленных чиновников невыездными, Трамп, по большому счету, сберегает российский бюджет. В это непростое для страны время, когда доходы падают 6 лет подряд, туда же катится и уровень жизни, когда цены растут, налоги, эти берут и за одну ночь тратят столько, сколько простой работяга заработает только за 5 лет, если не больше. Кстати, вы заметили, что фразу «в это непростое для страны время» в России можно использовать в любое время. Доход Мантурова за 2018 год составил 443 миллиона 384 тысячи рублей. Вот пусть за свой счет и снимает номера. Вот. Так, ладно, хватит на сегодня с домашних новостей. Отправляемся за бугор, так сказать, за бугровости, так сказать, чужестранности. Поехали. Президент США Дональд Трамп объявил об официальном старте своей новой президентской кампании. Он хочет переизбраться на пост главы государства на выборах 2020 года. «И на этот раз мы доведем дело до конца», — заявил Трамп. Он также отметил, что в случае его проигрыша на президентских выборах США произойдет крах рынка. «Если в 2020 году выиграет кто-то другой, то настанет такой крах рынка, какого еще не видели», — написал Трамп в Твиттер. «Если не Трамп, то кто?» Да более знакомые слова. Надо бы ему еще сказать, хотите, чтобы было как на Украине, как в Париже? Доня, если пугать, так пугать. Мог бы покороче выразиться, типа, меня не выберете, подохните. Отличный предвыборный слоган, я считаю. А так, думаю, все жители Чемодановки замерли в ожидании выборов в США, так как фраза Трампа «на этот раз мы доведем дело до конца» очень настораживает. Но самое главное, Доня, скажи им, что падет Иерусалим. Это должно сработать. Тогда еврейские хакеры днями и ночами спать не будут, пока не добьются твоей победы. Дальше.
Россию восстановили в ПАСЕ. РИА Новости. Российская делегация снова принимает участие в заседаниях ПАСЕ. Ей вернули полномочия в полном объеме, в том числе право голоса. После решения о подтверждении полномочий российской делегации, делегация Шумери в истерике покинула зал заседания ассамблеи. Вслед за Шумери зал покинули делегации Польши, Латвии, Литвы, Словакии, Грузии и Эстонии. Делегации из шести стран плюс незалежные обратятся к парламентам своих стран с предложением отозвать национальные делегации ПАСЕ и выйти из ПАСЕ до конца года, заявил член шумерской делегации ПАСЕ Сергей Соболев. Историческое событие. Инопланетяне наконец-то вышли на связь. Говорят, что это за фраза такая «зрада», которая слышна аж за 10 тысяч световых лет. Так горели пуканы делегатов из Шумерии. Реакция этих силюков просто бесценна. Только вот откуда там взялись украинцы? Они же еще за день до принятия России покинули ПАСЕ с визгами. Видимо, вернулись на бис. Думают, в первый раз не так эффективно было. Тренировались всю ночь. Если на обсуждение 200 шумерских поправок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ дали по 30 секунд, то остальное время потратили на тушение пятых точек в секторе шумерской делегации. Там этот Гончаренко с криком «Ой, все!» два дня пытался заставить ПАСЕ бежать за ним следом со слезами на глазах. Сусиды почему-то всерьез уверены, что все международные организации созданы исключительно ради них. По поводу остальных подхрюкивающих, покинувших зал. «Весь мир с нами покинул ПАСЕ». Видимо, они вместе с кастрюлями откроют свое ПАСЕ с блэкджеками-проститутками. Все, пропадет ПАСЕ без этих сверхдержав. Вот она какая, оказывается, большая семерка. Кстати, в кресле делегата Грузии может пока посидеть депутат Гаврилов. Я буду так хохотаться, когда они потихоньку будут потом залезать по одному в сессионный зал. Да никуда они не выйдут, повоняют и вернутся. Литва и Грузия передумали обижаться на Россию и вернулись в ПАСЕ. РИА Новости. Делегации депутатов Литвы и Грузии, поддержавшие протест шумерских коллег по поводу возобновления участия России в работе парламентской ассамблеи Совета Европы, не будут прерывать свое участие в заседаниях организации. Я на 16 стержнях здесь сижу, не буду сидеть! Друзья познаются в ПАСЕ. С такими друзьями и врагов не надо. Вот, собственно, что и требовалось доказать. Недолго продолжался бой. Шумеры вас кинули даже шпроты и грузины. Польша пока мечется, но тоже предаст. А до Эстонии пока еще не дошло. Странно, что они вообще не последовали за шумерами только через 2 недели после их ухода. Дальше. Порошенко предложил переименовать Грузию на зло России. РИА Новости. По моему мнению, МИД Незалежный должен начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвелла, заявил Порошенко. Также он призвал украинцев, планирующих отдыхать за границей, переориентироваться на Грузию, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с российской агрессией. Как только не обзовутся, а бы никак у москалей переименовать. Это должно помочь, Петя так 100 раз сделал. Может сменить на Нур-Султан? Ну, Киев в Куев тоже на зло России переименовали, только мы почему-то не сердились, а ржали. Кажись, тот же эффект будет с Сакартвелла. Россиянам дают только повод поржать. Как видите, алкаш идиотствует. Срочно зовите ветеринаров, Борову плохо переименовать. Это, конечно, безусловно, наиважнейший вопрос для Шумерии. Я бы на месте грузин в ответ переименовал бы Шумерию в Хуторелла. Поляки пробили дно корабля во время учений НАТО «ТАСС». Польский корабль «Гнезна» был поврежден во время учений НАТО «Балтопс» в Балтийском море. Об этом заявил пресс-секретарь 8-й флотилии обороны побережья ВМС Польши Грзегорз Левандовский. Корабль отрабатывал десантные операции во время одного из выходов на пляж, столкнулся с подводным объектом, повредив обшивку днища, сказал Левандовский. Поляки пробили дно на учениях НАТО. Может, иранские торпеды, не? Дайте Доне хоть какой-нибудь повод. Найдите хотя бы иранские паспорта под дном. Ну, до норвежцев, конечно, полякам еще учиться и учиться. Те на учениях с первого раза свой корабль утопить сумели. Так-то мы, конечно, напуганы. Харе уровень Балтийского моря поднимать. Вы нам весь Питер в Венецию превратите со своими сраными кораблями на дне.
Поляки, берите пример с украинцев. Они приварили свой флот к пирсу, и нет проблем. Кстати, по дну тоже все претензии к шумерам. Это они поленились море глубже выкопать. Дальше.